Вот уже 25 лет казахстанские стражи порядка оберегают покой граждан страны в городах и селах, порой ценой собственной жизни. В рядах полиции служат немало сотрудников, проявивших героизм и мужество, спасая людей. Один из таких – оперуполномоченный Аман Аубакиров. Он служит в Экибастузском отделе внутренних дел. На оперативный пульт Экибастузского ГУВД за сутки поступают сотни звонков. Город хоть и небольшой, но преступность здесь тоже не дремлет. Сотрудники полиции отрабатывают каждое обращение. И зачастую преступления раскрываются по горячим следам. Работа очень, в принципе, очень интересная. Очень интересная. Сложности, конечно же, есть. Ну, как бы для этого мы принимали присягу, чтобы стойко переносить все тяготы службы. Бывают ночные вызовы, там, какие-либо преступления тяжкие, особо тяжкие. Необходимо там хоть в 2, хоть в 3 часа ночи выезжать на место совершения преступления, отрабатывать район и раскрывать данные преступления. В то зимнее утро Аман Аубакиров, как обычно, заступил на службу. Внезапно в 7 часов поступил сигнал. Девушка пыталась свести счеты с жизнью, угрожая выпрыгнуть из окна 4-го этажа. На место происшествия экстренно прибыли полицейские, спасатели и медики. Все пытались уговорить ее не совершать суицид. Опасаясь серьезности ее намерения, Аман Аубакиров рискнул пойти на крайние меры. Мне кажется, любой сотрудник полиции, не раздумывая, так бы поступил на моем месте точно так же. Потому что жизнь человека как бы висит на волоске, и сотрудники полиции обязаны оказывать всяческую помощь гражданам. Он до сих пор четко не помнит свои действия. Говорит, в мыслях было только спасти девушку. Рискуя собственной жизнью, полицейский шагнул в темную бездну с балкона многоэтажки. Лишь благодаря ловкости и мужеству ему удалось проникнуть в квартиру соседнего балкона. Дальше действовал по инструкции. Если говорить об Амане Аубакирове, то это очень грамотный и дисциплинированный сотрудник. Его по праву можно назвать героем нашего времени. Личные примеры таких сотрудников поднимают имидж казахстанской полиции. В ряды полиции Аман Аубакиров попал сразу после окончания Карагандинского юридического института. 10-й год он исправно несет службу в родном ГУВД. Спасенная им девушка уже оправилась от перенесенного стресса и переехала жить с семьей в другой город. А мужественного полицейского недавно удостоили звания «Герой нашего времени». Ербол Абышев, Алексей Мельницкий из Павлодарской области, Хабар 24.